Короче говоря, первое свидание. При поддержке группы Vine Video. У нормальных людей депрессия наступает осенью, когда меняется погода. Но у таких людей, как я, депрессия наступает тогда, когда понимаешь, что до лета остался один день. Я понимал, что вариантов скинуть вес у меня маловато, но уж точно к этому лету. А обманывать себя, что я похудею к следующему, еще рано. Моя депрессия заключалась в том, что я не только пухлый, а еще и не умею подкатывать к девушкам. Как минимум, я не знаю, о чем с ними говорить. А если еще красиво, то вообще все плохо. Но Шурик мне уже давно говорил, чтобы я забил на все эти подкаты на улице, на которые девочки обычно отвечают тем, что у них есть парни. А взять и найти себе девушку на Баду. Там они точно так не ответят, иначе для чего бы они там регистрировались. Звучало правдиво, тем более сейчас в приложении работает функция «Люди рядом», в котором я могу найти себе девушку прямо из своего города. Через 10 минут я уже назначил себе свидание. И сразу же начал переживать. Пришлось даже помыться. 2 раза. Обычно я 1 раз не моюсь. Но тут что-то переживал сильно, потому что Карина была красивая. Намарафетился, вышел из квартиры. Договорились встретиться в центре. Я ее увидел, но что-то забоялся подойти. Она подошла сама. Было обидно, что она решительнее, чем я. Ну или страшно, из-за того, какая она отчаянная. Я предложил пойти в кафешку. Она сказала, что я дебил. Мы даже не знаем друг друга, нет смысла тратить деньги. В один момент мне даже показалось, что меня разводят. Слишком уж все было хорошо. Мы спустились на Приморский бульвар. Она рассказывала, на кого она учится, чего ей хочется от жизни, чем она увлекается и как она любит собак. Я ей в принципе врал о том же. Мы спустились к морю. Она сказала, что устала, но море было настолько красиво, что мы оттуда уходить не хотели. Я снял кофту и кинул на песок, сказал, что присаживалась, а сам сел рядом. Она сказала, что я милый, а я боялся, чтобы сейчас не прошли мои пацаны, потому что чмырили бы меня за эти милости еще долго. Она достала булочку, я поломал ее пополам. Она взяла свою половину и поломала ее еще раз и протянула мне. Сказала, что мне надо поесть, потому что если я буду голодный, то она меня будет бесить еще больше. Я начал смеяться, потом она начала танцевать. Меня это даже не бесило, но выглядела она явно как придурочная. Пригласила меня потанцевать с ней. Мне было стыдно, но тут я подумал, что ничего не теряю. Но к этому моменту Карина уже лежала в песке с вывихнутой ногой и приговаривала, какая же она тупая. Короче говоря, первое свидание. Ребят, если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайки и пишите в комментарии, какие у вас были первые свидания. А также не забывайте подписываться на наш канал. Всем спасибо и всем пока.